Так, всем доброе утро. Ой, холодно, что-то похолодало на улице, ребята. Похолодало. Холодно. Холодно, холодно. Так. Будем кушать, готовить. Надо первое сварить. Так. Скупились. София попросила эти отбивнушки приготовить. Я хочу супик легенький сварить с крылышек. Так, что у нас тут? Молочко купили, молочко. Сейчас поставлю воду, пусть бульон. Сварю, не знаю, такой жидкий супик. Колбаска и сырок. Какой-то другой сырок же не взял. Я брала маме по акции голландский. Такой вкусный сыр был. Так, ладно. Варим. Варим есть. Сейчас включу, пусть греется. Крылышки. Ну, отбивнушки чуть позже сделаю. Берем холодильник. Так. О, яйца, помните, покупала яйца крупные, говоря, на два желтка. Девочки, они гигантские, на один желток. Нету два желтка там. Мама тортик передала, я вчера не ела торт, я говорю, не хотела. София ела, я говорю, нам домой давай. Сегодня попробуем. Никусичка поела, зайка, да? Поела, девочка, поела наша. Так, девочки, а я супец сварила уже. Все. Сейчас буду отключать. Легенький, с вермишелечкой такой. Чуть-чуть вермишельки. Картошечка, морковка, лучок, зеленушка. Все. Суп готов. Суп здоровья. После дня рождения очень хорошо сейчас будет заходить. А я не думала варить суп, а потом думаю, не, надо сварить. А Женя говорит, а мне ж на работу, говорит, надо супика поесть. Я говорю, ну сейчас сварим. Оттуда дальше, наверное, этих пожарим. Чуть позже. Отбивнушки. Такой красивенький супец. София не захотела крылышко, а я буду с крылышком. Нам приятного аппетита. У меня сегодня день готовки. Суп уже вы видели, сварила. Теперь дожариваю отбивнушки. Красивенькие получились куриные отбивные. Обычно посолила, поперчила. Пользуюсь, мне нравится кукурузная мука. Обмакиваю в муку, а потом в яйцо. Осталось мне чуть-чуть яйца. Вот и все. Раньше кляр как-то делала, в кляре, а теперь просто в муку макаю и в яйцо, и все. И на сковородку выкладываю. Хотела вам сказать огромное спасибо за поздравления. Поздравили мамочку мою. Она будет читать комментарии. Ей будет очень приятно. Спасибо вам огромное. Такие добрые слова написали. Мы хорошо так посидели, по-семейному. Нормально. Пообщались, посмеялись, повспоминали. И бабушек, и дедушек. В общем, всех, кого с нами уже нет сейчас. Дела. Что-то медведька пришла. Завтра планирую заниматься уборкой по дому. Как сегодня кушать наготовили, еда есть, завтра надо поубирать. Хочу порядочки понаводить дома. Вот. Потом у меня маникюр, педикюр по расписанию. Не знаю, какой цвет сделать. Не знаю, что мне хочется уже овальные сделать. Посмотрим. Я ж думаю один, а когда начинаю делать, потом другой у меня цвет. Какие-то сделаем. Все, дожарила, сейчас сковородка остынет, потом помоем. И вот эта сетка, девочки, кто мне тогда посоветовал, я очень довольна. Теперь крышкой не накрываю, пользуюсь вот этой вот сеткой. У кого нет, тоже вам советую. Ну вот мы Ани взяли. У меня фирма вот эта Ардеста, а у Ани какая-то, она выбрала тогда в этом, мы в эпицентре были.
Но у нее какая-то она мягче. У меня такая более поплотнее. Не знаю, пользовалась она своей или нет. В общем, хорошая сеточка. Советую. Иди, Микки, иди. Всем привет. Обзор покупок сегодня будет. Ходили в магазин, ничего там не снимала. Думаю, ладно, дома вам поснимаю. На улице, кстати, потеплело. Потеплело и ветра нет. Потому что эти дни такой ветер был сильнейший. Прям ураган. Так, девочки. Купили хлебушек льняной. Семейной пекарни. Всем привет. Привет. Так. Купила вот эти вот полотенца. Но я смотрю, это другая фирма. По-моему, я брала другой фирмы. И они были более... Плотные, да? Да, толще катушка. Тут, наверное, ну, может, меньше, не знаю. Наверное. Но тоже написано 30 штук. Но те были какие-то тяжелые, да? Да, эти какие-то... Ну, Женя, например, не любит вот такие. Ему не нравятся. Мне нравятся. Я, знаете, там бывает, где-то за Микуськой надо подтереть, там где-то что-то протереть, там пару раз... И выбросил, вот, чтобы эти тряпки не заванивались, и все. Раз за 2-3 можно вот этим одним кусочком попользоваться. Ну, бывает и больше, смотря что, что ты делаешь. Где-то что-то там подтереть. Так досконально мыть, она не очень хорошо выжимает. А где-то что-то там помыть можно. Мне нравится, я беру. Мне кажется, они как-то или больше по высоте. Они больше, да. Они более длинные. Давайте откроем. Те же у меня в Харькове остались, голубенькие. А Аня, похоже, и купила в Авроре. Может, эти вообще, девочки, не такие по качеству я взяла. Сейчас проверим. Сейчас я вам скажу. Мне кажется, вообще. Так, мне те, кажется, плотнее, эти больше, да? Да. Оно больше. Такая, вот это начало липкое. Эти немножечко, мне кажется, больше. Да нормально. На, понюхай. Ой, ей уже надо тряпка, девочки, убрала. Ой, с тряпочкой уже убежала. Микусь, ну она тебе надо, та тряпка. Ой, ты лохматуха. Она тебе надо. Вот ей надо тряпочка. Вчера украла обвертку, ну как, с чупа-чупса, да? Угу. София открыла чупа-чупс, а ей же ж надо бумажка. Я говорю, ну да, и ладно, поиграть. Ну, в общем, она с ней бегала, уже все, прибежала. Теперь тебе пакетик надо, да? Бегала, играла, там что-то его телепала, ну и все. Потом я говорю, ну все, София, выбрасывай. София подошла, у нее забрала эту бумажку. Боже, она как начала психовать, рычать, вот так бегать, нервничать, гавкать. Я говорю, ой, отдай, ради бога. Отдай, ради бога. Все, мы поиграли. Твоя тряпочка уже потеребенькала. И все, она тебе уже не надо. Все, мама забирает. Мама забирает. Так, зубные щетки купили. Я в прошлый раз вот такие покупала. Мне понравились. Они по акции. Это в Еве, девочки, в Еве. Тряпочки. Стол протирать. Вот такие. У нас же тут Авроры нет, я сюда не покупала, не пробовала. Потом шариковый взяла, такой вот магний написано. Магний, ультрасухость, 72 годины. Для унитаза, кто еще не пробовал, цветочки. Девочки, потом, когда я вам показывала в видео, вам понравились, и вы себе покупаете. Ставите в унитаз цветочки, и они как бы и очищают, и свежесть, приятный аромат идет. Диски чистоты. В общем, вот такие тоже были по акции. Чеки в Еве не дают, так что я вам ничего не скажу. Я так говорю, что было по акции. Вот такой гель для душа взяли по акции, тоже был. Этот, по-моему, 135 гривен. Клубничка. Клубничка. Бумажные полотенца без акции. Просто у меня уже там заканчиваются.
И взяла, девчата, никогда не пробовала вот этот вот перволь. Я брала только перволь для черной одежды. Он был по акции, 300 с чем-то, не помню там. Ну, такой аромат приятный, не знаю, кто пользуется перволями. Нравится вам такой? Очень вкусно пахнет. Такой цветочный, девочки. Аромат очень приятный. Сейчас пойду, у нас вода идет. Сейчас пойду, буду стирать. У меня же сегодня в планах уборка. Уборка, стирка. А я уже хожу полдня. Ничего не начинала. Мне хорошо, когда Женя на работе. Когда он целый день дома, у меня как-то все идет не по плану. Так. Другой пакет по продуктам. Молочко купили. Как всегда, молочко. Два пакетика. Мити, не трогай. Софийка бананчики взяла. Какие красивые бананы. Бананы взяла. Огурчики. Помидорчики. По 100. Вот это я помню. Вот это я помню. И все. И яблоки. Вот такие вот яблоки. И все, девочки. Больше ничего. А, нет. Сейчас Женя пошел еще. Заказали это. Пиццу. Надо 15 минут подождать, но... Да, заказали. Заказали. Что папа захотел? Говорит, давай, может, пиццы взять? Правильно, папа знает ход моих мыслей. Угу. И к пицце, да, дай все, что он тебе купит. Коктейль? Нет. Кока-кола? Пепси? Да. Ой, как я люблю такое. Вредную еду. Ну, ее едят все. О, ты щетки купила. Да, щетки купила. Самые жесткие, да? Ну, мы этими щетками пользуемся все время. А я такими не пользуюсь. А, ну, мы пользуемся только мягкой. Ну, нам нравится. Ну, я не вы. Так, пакетики. Это что, авокадо? Это огурцы. Клубника была. Хотелось мне так еще вчера вечером, девочки, клубники. Что-то не взяла. Ну, вот знаешь, бывает, смотришь, прям такая вся. Пробуешь, она не вкусная. Не, ну, красивая. А сегодня как-то в магазине она была... Не вау? Ну, не вау, прям. Не вау я не стала брать. Понятно. Сейчас пиццу будем делать. Ага, круто. А на улице такая погода, только гулять. Так хорошо, тихо. Тихо, тепло. Ну, я пиджак накидывала. Ну, так нормально. Можно и в футболке ходить. Вот. Все. Сняла видос вам. Пойду сейчас стирать. Стирочку загружу. Постираю перволем. 40 стирок. У меня там капсулы еще остались. И вот этим гелем, который в АТБ покупали, еще когда я зимой его покупала, еще он остался, он там на пару раз. Думаю, то ладно, возьму такой перволь и постираю. Будет пахнуть белье. И на улице можно посушить. Все, девочки, тогда я с вами прощаюсь. Всем пока-пока. Пошла я заниматься домашними делами. Все, до завтра. И пицца подоспела. Я даже вот тут в дырочку по запаху сказала, что это за пицца. Я ему говорю сразу, семейная, неправильно. Видите, гадалка. Семейная пекарня. Сейчас будем есть пиццу. Пиццу-мицку. Она маленькая, или мне так кажется? Мне кажется, раньше больше было, да? По руке больше. Горяченькая. Давай, все, давай. Все, пока-пока.